Доброе утро. На Первом канале включение из северной столицы. В Петербурге появился новый театральный фестиваль. В ближайшие две недели все желающие смогут увидеть лучшие театральные постановки Европы последних лет. Об этом и не только. Расскажем прямо сейчас в нашем традиционном обзоре культурных событий северной столицы. В Театре музыкальной комедии продолжаются премьеры, гала-концерты, хиты Бродвея. Постановка венгерского режиссера Томаша Бади представляет зрителю наиболее популярные арии из современных мюзиклов. В гала-концерте задействованы все ведущие артисты театра: Кирилл Гордеев, Анна Лукоянова и, конечно, Иван Ожогин. Этот концерт можно использовать тем, кто никогда не был на мюзикле и готов услышать, хочет услышать самые яркие, самые известные, самые мощные ударные номера из мировых мюзиклов и тем самым приобщиться к этому замечательному жанру и с удовольствием ходить на все остальные постановки. Премьеры пройдут 19 и 20 ноября.